Всех приветствую на своем канале. Снимаю очередное видео. Снимаю больше по вопросам, которые были на нашем канале. Как вы видите на заднем плане, видео будет о сенаже. Сегодня у нас 10 марта. И ночью был мороз 24 градуса. Сейчас маленько потеплело до 15. Вот так вот сенаж у нас выглядит. Сейчас мы... Сейчас посмотрим вскрытый, как он будет в этот выглядеть. Вот такой сохран. Это с огорода. Они не были ничего, не проклеваны, ничего, все вот бывает. Если пленка жестковатая, вот так вот лопается. Это уже при транспортировке, когда его захватами сжимали. Так получилось. А так в поле были, когда в центре в июне, в центр поля ставили пачку рулонов, много птиц. Клевало сверху, а вот на огороде в угол ставили, там к кустам ближе, то есть никакой активности птиц не было, и вот они сохранились очень хорошо. Так-то они маленько суховатые, но тоже все промерзшие сейчас, но зато целые, ничего, ни плесени, ни грибка. Ничего не было. Вот такой вот сохран. Ладно. Было много вопросов. Вопросов то, что это замерзает он или не замерзает. Вот, показываю, вот он. Естественно, он замерзает. Да. И он как бы вот в таком состоянии. Вот. Он как бы. Вот она. Как будто как крошится такая. Вот такое вот состояние. Ну, долбить можно. Я постоянно говорю, что вот с вечера либо закатить его в этот, в сарай. И утром его, в принципе, можно отбивать. Примерно с 25 он где-то покрывается коркой значительной. Но все равно до конца не промерзает. Но можно ковырять вот так вот, но тяжело. Тяжело его давать в мороз. А вот так вот, то есть ковыряли кучу и заносили ее в сарай на ночь и потом давали. Вот так вот. Да. Это все сырой. Сырой сенаж, а вот 50 на 50, то есть 50% влажности, я имею в виду, он, конечно, будет легче. Он получается полусеном, полу такой он, как бы вялый. Вот так вот ковыряет. Но у нас достаточно и сена, и сенажа, так что просто оставляем до потепления его. И ладно, сейчас посмотрим, что у нас. Быки стояли минус 25, были на выгуле, то есть у них навес открытый. Вот так они ходят. Вот рулон у них, сено лежит, надо загон переделать здесь. Они на нем и спят, и едят. Ну, такая вот. И вот у них сарай открыт постоянно. А это где-то годовалые бычки. Они у меня зимовали открытыми. Вот сено они сами ковыряются, а сенаж им как бы даем. Ну дай. Херовенький взял. От первотелок, блядь, не понравились они мне.
эти бычки слабые совсем. Тут еще черный более-менее, но у него что-то зад вообще не растет. Сейчас, наверное, потеплее будет. Проколоть их и посмотреть, что весной будет. Ну, такой посерьезнее стоит. Черныш, черныш. Черныш, а? А, иди, черныш. А, черныш. Черныш, на. О-о-о. Иди. Шт. 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 Так, ну, продолжим осиножец. Значит, кто спрашивал меня, замерзает он, не замерзает? Естественно, конечно, он тут замерзает. И маленько проблематично. Но я говорю, это все не критично. Вот, смотрим, какой он. Прям зеленый клевер. А за комбикормом, говорит, бегут уже посыпку. Выпили? Да, сейчас выливать буду, потому что они заморочены. Да. Потом уже в обед отпоешь их и все. Да, да. А мелкому ты давал? Да, да, купили. Так, вот. Вот так вот. Сейчас минус 17, ну пиздец критично. Прошу прощения. В общем, оставим его до маленького потепления. Но я говорю, из всей зимы, может, 10 дней, 15 максимум, то есть какие-то перебои были с сенажом. А так все завозили, он его помнет захватами туда-сюда, и оно как бы раскручивается, разбирается, рулон без проблем. То есть помял захватами, покидал его, раскрыли, а этот наложили кучу, приготовили и раздали. Так что, что интересно, как чего по сенажу, пишите, что смогу, то отвечу. Этот сенаж вот у нас сатавы, он никакой плесени вообще ничего нет, это сентябрьский готовили. То есть трава отличная, сырой получился, блин, вообще офигенный. Поедаемость его 100%, то есть с большим удовольствием. То есть если готовили какой из сена, то его меньше поедают. А вот эта отава сырая, которую там утром скосили, вечером замотали, ее поедают с большим удовольствием. Причем все поедают. Ладно, пишите, комментируйте, что интересно, что добавить. Может, какой-то у вас другой есть опыт по сенажу. Добавьте, расскажите, что у вас как. Ладно, подписывайтесь, не забывайте. Отписывайтесь, лайки, дизлайки, все ставьте, комментируйте.